Четвертая серия. Москва, Кемерово. Двигаемся в сторону Нижнего Новгорода. Так, первый день подходит к концу. Это заключительная серия первого дня. Закончится серия закончится остановкой на ночевку. Проехал очень мало, но отчасти это связано с тем, что были вот заторы на трассе. Так, отвечу на некоторые комментарии. Сергей Зорки пишет: «Все здорово, спасибо. Жду серии в оригинале для прослушки радио и просмотра великолепной картинки. Через Рязань, Пензу, Сызрань, мне кажется, было бы быстрее». Да трудно, откровенно говоря, трудно сказать, какой вариант был бы быстрее. Я думаю, что быстрее всего было бы через Пермь, Киров, Пермь. Но я давно не ездил по «семерке» и решил посмотреть, в каком состоянии этот вариант, эта трасса. Ну, три варианта. Это северный вариант через Киров, Пермь. Впереди город. Восточный вариант. Это впереди город. Ограничение 60. Впереди город. Это Владимир Нижний. И южный вариант. Рязань, Пенза. Ну и далее со всеми остановками. Трудно угадать, какой вариант самый быстрый по разным причинам. Разница небольшая. Когда смотришь альтернативные маршруты по Яндексу, там разница в 100, может быть, в 200 километров. Это не принципиально. Так, Сергей Зорки пишет: «А что за автомобиль, кстати, перегоняли? Какой средний расход получился на всем пути?» Да, я упустил этот момент. Hyundai Solaris. Средний расход составил 4,5 литра на 100 километров. На начало старта было 68 тысяч пробега. Автомобиль ведет себя великолепно. Трансмиссия механическая, механика. Но очень достойный автомобиль. Кстати, плохих автомобилей, на мой взгляд, не бывает. Просто все зависит от того, как к автомобилю относиться. Ну, полотно дороги радует. Полотно дороги очень хорошее. Горизонтальная разметка. Ну, я думаю, наверное, год. Ну, может быть, чуть побольше. И вот участок до Нижнего будет великолепным. Ну вот интенсивность радиообмена, она падает в зависимости от интенсивности движения, в зависимости от того, есть затруднения на дороге, пробки и прочее. Когда пробки, когда заторы, то интенсивность общения резко возрастает. Ну, ближе к Тюмени, по-моему, ну, и далее интенсивность обмена очень слабая. Ну, естественно, там радиообмен тоже почти никакой. Это в Центральном федеральном округе.
еще более-менее. Постепенно начинает темнеть, но уже чувствую, что пробег будет небольшой. Но у меня всегда вызывало вот определенное чувство, это вырваться из Центрального федерального округа. Там на движение более свободное. Не за торов практически, но трудно опять-таки сказать в целом за трассу, потому что кругом ведутся ремонтные работы. Уже третий год, наверное, какой-то невообразимый бум дорожный на трассах России, любое направление. Вот будут очень, на мой взгляд, красивые картинки, красивые видео. Это на перевале через Уральские горы. Хоть я и указал про этот, через какие города проходит маршрут, но сами города я не заезжал, проезжал объездом. И Челябинск, и Уфу. Заехал в Омске по старому варианту. Там на новый вариант это объездная дорога мимо Омска. Но я решил немножко через Омск проехать и в Новосибирске. А так все остальные города проходил по объездной дороге. Через города стараюсь не ездить, потому что там и пробки, и заторы, просто потеря времени. Заехал в Новосибирск. Потом из города, из центра города вышел на северный объездной путь. Но я говорю, на 15-м канале очень много информации, иногда даже надоедало. Приходилось отключать радиостанцию. Радио FM практически не включал, потому что музыка, она вызывает определенную реакцию модератора. Начинают обвинять в использовании чужого контента, ну и прочее. Бог с ним. Впереди мобильный пост ДПС, контроль скорости. Ограничение 60. Кто захочет послушать? Впереди мобильный пост ДПС, контроль скорости. Ограничение 60. Музыку могут. Вот достает вот этот многократный повтор. Во время движения не хотелось перестраивать видеорегистратор, поэтому не помню, второй день.
Но у него холодильная система вышла, видать, из строя, он потом объяснил. И это был пар из прицепа. Кстати, очень довольно-таки часто вот радиосвязь помогает большим грузам в том плане, что коллеги замечают какие-то, ну, например, кто-то забыл включить ближний свет фар днем во время движения, то с колесами какие-то проблемы. И вот они всегда друг другу в этом плане помогают, подсказывают. На перевале через Уральские горы там скопилась огромная пробка, было затруднено движение, хвост собрал большой груз, у которого дымилось колесо. Что случилось, я не знаю. Даже я шел на расстоянии, ну, наверное, километр от проблемного большегруза. И то слышал запах резины. Ну, на картинке, на видео можно будет это рассмотреть, увидеть. Он потом, появилась возможность, он сошел с трассы. И видно было, какой там был дым и какая была у него проблема. Ну вот темнеет, картинка мне нравится. То есть еще можно рассмотреть более-менее мелкие детали. Это видео я не просматривал. Впереди город, ограничение 60. Обрабатывая видео. Впереди город, ограничение 60. Сам смотрю впервые. Я все волновался, в каком, какого качества будет картинка в темное время, но еще не темно. Камера в спину. Ограничение 60. Вот хороший. Камера в спину. Ограничение 60. Хорошая подсказка. Сжато, коротко и понятно. Сам говорю, впервые просматриваю видео и вот волновался, какого качества будет картинка в темное время. Даже вот сейчас, комментируя, я не знаю, какого качества будет. Камера в спину. Ограничение 60. Завершающий файл. Камера в спину. Ограничение 60. Камера в спину. Ограничение 60. Камера в спину. Ограничение 60. Вот видеоредактор, видеорегистратор подсказал. А навигатор, там тоже есть функции подсказок, он промолчал. Но слышно, как пикает радар-детектор. Подтверждает о том, что идет. Что идет облучение, то есть работает радар. Полное видео буду размещать после того, как на втором аккаунте будет
завершена и размещена обработка Мурманск, Вологда, Москва. Там, по-моему, половина осталась. Но постараюсь побыстрее это все сделать. Потому что еще... Впереди мобильный пост ДПС, контроль скорости. Ограничение 90. Объем... Впереди мобильный пост ДПС, контроль большой скорости. Объем видео. Ограничение 90. Это Россия из окна поезда. Впереди мобильный пост ДПС, контроль скорости. Ограничение 90. Впереди мобильный пост ДПС, контроль скорости. Ограничение 90. Впереди мобильный пост ДПС, контроль скорости. Не, ну достает многократный повтор. Не помню, это вот первый день сейчас заканчивается, я не помню, второй день я выключил его или нет, или забыл. Это заканчивается первый день пути. Пасмурная погода на ночь. Не знаю, будет дождь или нет. Не помню, честно говоря. По-моему, не было дождя. Ну вот они синхронно предупреждают на скоростном режиме. И радар-детектор подтверждает этого. Камера в спину. Ограничение 60. 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 Впереди мобильный пост ДПС, контроль скорости. Ограничение 60. Впереди мобильный пост ДПС, контроль скорости. Ограничение 60. Впереди мобильный пост ДПС, контроль скорости. Кстати, просматривая фрагмент в начале видео, трек дня, там можно обратить внимание на то, что курсор движется неравномерно. Это не брак, это не какие-то там, не знаю, проблемные кадры. Это стрелка, курсор, в зависимости от того, если есть затруднения на дороге, то есть вот где приходится притормаживать, стоять там стоять в пробках, стрелка как бы становится тупой. А когда скорость равномерная, непрерывная такая, стрелка приобретает более острый угол, то есть отражает реальное состояние автомобиля на треке. Или он стоит, стрелка тупая, или же он двигается, стрелка острая. Если стрелка остановилась, курсор... достала уже. В общем, курсор реагирует на скорость движения. Если стоишь в пробке, то и курсор останавливается. Если двигаешься, то и курсор начинает двигаться. В общем, я на данный момент вполне доволен вот видеорегистратором DATACAM 6 Max. Камера, ограничение.
60. Впереди камера. Ограничение 60. Вот, кстати, работает радар, и он спрятан. Я пытался несколько раз в течение маршрута визуально увидеть замаскированный радар-детектор. Мне это не удалось. То есть, где он стоит, как он спрятан, его не видно. То, что много стоит обманок, это тоже подтверждаю. Стоит коробка, якобы там камера, но ни радар-детектор не реагирует. Ну, кстати, видеорегистратор об этом говорит, что камера. Но поскольку нет излучения, я считаю, что это обманка. Ну, разные варианты есть на скорость на определенном участке, может. Ну, не знаю. К предупреждениям нужно относиться с определенной долей доверия. Ну вот, можно увидеть, как начинает работать уже в темное, время суток. То есть достало уже, дай сказать. Встречные автомобили не слепят, я имею в виду видеорегистратор. То есть обрезаются вот эти частоты, которые... Но на качество картинки это не отражается. Еще не ночь, может быть, еще темнее. Но я, например, данной картинкой вполне удовлетворен. Дальнобойщики, второе дыхание проснулось. Да, это очень интересное состояние, когда наступает второе дыхание, усталости не чувствуется, но с этим эффектом нужно быть крайне осторожным, потому что может наступить переутомление организма, и следующий день может принести сюрпризы. То есть вместо запланированных там 800 километров, ну, впереди мобильный пост ДПС, контроль скорости. Ограничение 60. Впереди город. Ограничение 60. Впереди мобильный пост ДПС, контроль скорости. Ограничение 60. Впереди мобильный пост ДПС, контроль скорости. Ограничение 60. С ума свести может многократный повтор. Эта серия будет коротенькая. Вот. Второй день. Там видео будет побольше. А это что, я заезжаю, по-моему, на ночевку. Кажется. Да. Начинаю искать место для ночевки. Но это, по-моему... Честно скажу, не помню. Здесь я остановился или дальше? А, нет, я дальше проехал.
я дальше проехал. Зашел, поинтересовался, мне сказали, что это территория АЗС, охраны нет, поэтому я дислоцировался, поменял дислокацию. Вот, по-моему, за этой заправкой, ну, прямо на заправке, там не показали место, я там остановился на ночь. Ну вот, я выбрал место, где остановиться на ночь. Охранник мне предложил встать ближе вот к этому зданию, к шлагбауму. Здесь я и провел ночь. Кстати, достаточно много автомобилей останавливается на ночевку вот на этой заправочной станции. Ну вот и все. Конец первого дня путешествия. Проехал очень мало. Вот так вот получилось. До следующих серий.